дорогие друзья, я хочу сказать, что 2016 год уходит. Он для нас очень важный был и трудный для нас он был. Но приходит 2017 год. Желаю, чтобы ИГИЛ развалился, чтобы враги не заходили на территорию России, чтобы страна была дружная и хорошая, чтобы у родителей было много детей, чтобы почаще в гости друг к другу ходили, чтобы дети, что загадали Деду Морозу, все сбылось. С новым 2017 годом!